Мы сегодня на заседании избирательной комиссии Новосибирской области приняли решение о том, что 10 сентября мы будем голосовать в течение 3 дней, 8, 9 и 10 сентября. Обсуждали мы достаточно активно этот вопрос, потому что он вызывает определенные у некоторых сомнения. Еще раз взвесили все за и против. Основными аргументами, которыми мы руководствуемся, является то, что, во-первых, это удобно для избирателей. Отзывы избирателей исключительно положительные. Это раз. А во-вторых, ни одного конфликта, связанного, любого даже конфликта, связанного с организацией трехдневного голосования, не возникало.